Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале. Сегодня я буду откачивать мед из альпийских ульев. Альпийские ульи состоят из 5 корпусов, 3 из которых верхних с медом, нижние 2 гнездовые и расплодные. Иногда расплод бывает и в третьих корпусах. Здесь все зависит от силы семьи и от матки, насколько она плодовита. У меня на пасеке 10 альпийских ульев. Остальные ульи у меня Дадан и Рут. Вот эти ульи альпийские, они у меня для первого меда. Они всегда опережают по раннему меду все остальные системы ульев. Сейчас я откачиваю второй раз уже из них мед. А вот в Даданах и Рутах я буду сейчас откачивать только первый раз. Разница существенна, но есть и небольшая проблема. Для тех, у кого нет мастерской, для альпийского улья невозможно ничего нигде купить. Нужно делать самому все, от корпусов до рамок. Ну, зато это себя окупает на первом меде. Я всегда раньше всех оказываюсь первым медом. Эти рамки на 210, вернее, 210,5 размер, миллиметров. Бывают альпийские ульи на 105. Их большинство, и поэтому многие, когда видят мое видео, спрашивают, а что это за рамки. Когда им отвечаешь, это альпийские ульи, они не понимают, как он же должен быть на 105. Да нет, вот самые первые альпийские ульи как раз были на 210. А почему я выбрал именно эту систему? Я уже снимал видео на эту тему. Ну, для тех, кто не видит, объясню. Рамки на 105, они идут для кассетного пчеловодства. То есть там откачивают мед кассетами. Берутся там 8 рамок маленьких, вставляются в медогонку одновременно в кассете и откачивается. Вот с этим на 210 я могу работать индивидуально с каждой рамкой, просто ставя их в обычную медогонку. Но сейчас мы до этого дойдем, я все вам покажу. Получается как? Вот две вот эти рамки от альпийского улья равняются одной дадановской рамке. И вощина на них наващивается. Дадановская на 300 вощина режется пополам. Одну половинку в одну рамку, другую в другую. В общем, в кассету медогонки ставятся две рамки. И спокойно откачивается. А теперь еще раз хочу вернуться к системе альпийского улья. Если, допустим, кто-то не в курсе, ну, это, в принципе, можно найти всю информацию в интернете. Этот улей сделан по типу дупла в дереве. То есть он тянется вверх. Это стояк, стоячий улей. Он тянется вверх, и размер его 300 на 300 между стенками. То есть он получается как дупло, высокое дупло. И в нем пчелы чувствуют себя как в природе, в дупле. Может быть, поэтому они быстрее и лучше там работают. Может быть, по каким-то другим причинам. Но еще раз повторюсь, я всегда в этих ульях откачиваю первый мед. У всех моих знакомых пчеловодов, у всех мед еще только намечается, а у меня он уже в продаже. Итак, вот я отобрал рамки на откачку, и сейчас мы будем их откачивать. Здесь вот, когда рамки не полностью запечатаны, а только на треть или там на половину, проще пользоваться вот такой вот вилкой, как ее называют. Легче, чем ножом, значит, вырезать вот эти пятачки забрусованные. Итак, мы берем решетку. Здесь опять у меня приспособлено все для альпийского улья. Решетка нержавеющая. Внизу стоит поддон. Туда стекает мед, и я туда сбрасываю забрус, который вот собрал с этих рамок. После того, когда рамки распечатаются, я ставлю их в медогонку.
Мед очень ароматный. У меня весь мед с дикоросов. Это дикорастущие медоносы. Я уже об этом снимал тоже ролик. То есть у меня здесь нет полей. Рядом нет ни одного поля, там ни с подсолнухом, ни с чем-то другим. У меня леса и луга вокруг. Вот смотрите, в медогонку, как я уже говорил, ставятся две рамки. Одна вниз, другая вверх. И откачивается. Обороты здесь уже сам рассчитываю я, на каких оборотах откачивать. Или небольшие обороты, или большие. Большие это обычно, когда температура меньше 30 градусов и рамки не свежеотстроенные. То есть рамки, скажем, коричневатые. Там можно на больших оборотах. Здесь вот свежеотстроенные рамки, их на небольших оборотах откачивают. Вот смотрите, я сейчас показываю. Есть прорезь с боков в этой кассете. Многие меня тоже спрашивали, а как ты достаешь снизу вот эти рамки? Вот в эту прорезь для пальцев с боков в кассете. Она есть, возможно, не во всех медогонках. Вот в моей она есть. Я эту медогонку и подбирал под эти рамки. Спокойно вытаскивается и снизу, и сверху. Вот откачанные рамки я ставлю наверх. И после этого пчелы будут носить по-новому. То есть я их не в разрез, а наверх всегда ставлю откачанные рамки. Теперь вот еще что хочу сказать. Вот тоже был спор, даже темы некоторые открывали. Где лучше ставить ульи? На солнце или в тени под деревьями? Также был вопрос, часто задавался, в какую сторону поворачивать литок? Большинство предлагают на юг, кто-то на восток, а кто-то на север. Ну, смотрите, разницы в том, где стоят ульи, в тени или на солнце, нет почти никакой. За исключением тех случаев, когда в тени скапливается сырость. Может быть, там низина, сырость какая-то. Вот туда ставить их нельзя ни в коем случае. А если под деревьями сухо, продувается ветром, то тень не имеет никакого значения. Вот на солнце они или в тени. Вот здесь сейчас я покажу, то есть по количеству принесенного меда, вот этот улей стоит в тени, он ничем не отличается от тех, что стоят на солнце. Везде одинаковое количество меда. Пчелы везде чувствуют себя одинаково, работают одинаково, никакой разницы нет, в тени он или на солнце. Вы поймите, что пчелы это такой организм, я называю организмом пчелиную семью, который способен сам себя и охлаждать, и греть. И не нужно путать пчел с собачкой Чао-Чао, на которую нужно зимой одевать костюмчик, а летом держать над ней зонтик. Пчелы обойдутся и без вашей помощи. Теперь, что касается литка. Иногда пчеловоды просто вынуждены поворачивать ульи. У меня было такое, когда я в степи кочевал с пчелами. Там жара была ужасная, солнце пек, и я разворачивал на север литки. Здесь у себя, вот на стационарной пасеке, у меня все литки повернуты на юг. Было время, вот здесь вот у меня мешались строения, я их потом сломал. И я вынужден из-за них был поворачивать их литками на восток. Но в принципе разницы я не вижу никакой. На юг я привык ставлю. И я думаю, что это не влияет, особо не влияет. Не на состояние семьи, не на количестве принесенного меда пчелами. Поэтому, мне кажется, это вопросы лишние, они ни к чему совершенно. Вот один знакомый, он рассказывал, что он постоянно находит дикие раи в лесу, в дуплах. Осенью он их находит, подкармливает. Человек увлечен лесом. Он их не сам находит. У него две лайки, они обучены искать пчел. Они, он их
обучил, они бегают по лесу и вынюхивают, где сидят пчелы в лесу. Находят и начинают облаивать. Он подходит, находит это дупло. Так вот, он рассказывал, что эти дупла, где селятся пчелы, они повернуты во все стороны света. Есть, которые на север, которые на юг. То есть пчелы выбирают эти дупла не потому, куда повернут литок, не по этому признаку, а выбирают их из-за того, что там можно поселиться, что в этом дупле сухо, тепло и так далее. Так, ну вот, пришел черед до последнего, 10-го улья. Сейчас я его откачаю, и на сегодня, пожалуй, все. Альпийские ульи будут стоять до следующего раза, а через 2-3 дня подойдет очередь доданов и рутов. Буду откачивать их. Так, ну вот и последние рамочки откачиваю. Аромат стоит от этого меда. Что значит дикоросы, что значит вот эти цветы? Ну вот, пожалуй, коротко и все об откачке меда. Благодарю вас за внимание. Будут вопросы, пишите в комментарии. Как всегда, желаю вам всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго!